например, в контроле качества топ-тест мы видели эти образцы, которые открываются, металлографически исследуются. Это разрушающий тест идеологов. Это разрушающий тест, который разрушает вдоль за тобой все сварочные идеи, которые Так называемая защита от машин. Ну, то есть это
болты и гаечки. Он эти электрические гайки управляется контроллером. И в целом это оборудование позволяет на каждом кузове понимать, какой крутящий момент у нас. С таким количеством оборотом мы закрутили. И в случае, если такое происходит, если момент не допуск, то автоматически этот контроллер останавливает двигатель. Какие остановки? И звучит пилот, это для разбирания. Сканирование. И вот таким образом мы обеспечиваем правильную комплектность. А вот здесь, заходите сюда, здесь побольше места. А вот здесь я бы назвал это штаб-квартирой цехосборки. Мы здесь видим какие-то мониторы. Но каждый монитор отображает основные оперативные метрики по управлению производством цехосборки. Вот это табло показывает, сколько автомобилей мы собрали с начала смены. Вот это табло показывает, сколько автомобилей в какой зоне завода. Вот это табло показывает, какое количество заявок нужно довести по деталям. Вот это табло показывает, сколько срочных заявок. К этому мы вернемся чуть позже. И вот это главное табло, которое показывает онлайн состояние этого самого конвейера. Здесь мы можем видеть какие-то циферки. Это минуты, которые накопились с начала смены. Конвейер остановился. Если красный цвет, то сейчас там стоит машина, и она остановлена. И другую информацию. И вот этот штаб и вот эти мониторы позволяют в этом динамичном режиме реагировать на какие-то изменения. Также здесь есть ручные инструменты управления производством, которые помогают, например, работать с персоналом. Например, такая доска улучшения, где любой сотрудник может написать вот такую красную или желтую карточку, сделать предложение, либо попросить какой-то помощи. И так как здесь руководство цехосборки и в целом руководство производства, то немедленно эта карточка будет замечена и предложение будет отработано.